подрядчик в прошлом году работы, скажем так, завершил практически в полном объеме, но заказчиком они не были приняты по причине того, что некачественно были выполнены, в результате чего им пришлось практически 100% переделать работы по тротуарам, переделать работы по всем примыканиям, вот, и по проезжей части. Часть замечаний, которая была выдана, они еще не переделали. Поэтому 1000 квадратных метров тротуаров на сегодняшний день физически выполненные работы пока приняты быть не могут. Ливневая канализация в полном объеме, уже сейчас все работы завершены. Но есть замечания по качеству, опять же, этих выполненных работ. Они находятся не в уровне проезжей части, и 20 колодцев подрядчик также по нашему предписанию еще будет переделывать. На сегодняшний день подрядчик говорит о 20 сентябре. Но думаю, что здесь уже более реально, наверное, этот срок 20 сентября. Самое главное, погода позволяет. Я считаю, что надо день и ночь здесь работать. Вот на спорт нужен, на окончание этого такого объекта. Объект был не принят. Расчет за него в прошлом году не был произведен. Большой объем работ пришлось переделывать, и, подчеркиваю, это было сделано все за счет самого подрядчика. И я дал поручение сейчас учесть просьбы жителей на трамвайной линии, которая обособлена, она по ребрикам обособлена. Заезжать вот просто как захотелось, как раньше, на трамвайную линию сегодня нельзя. И это особенность. Мы считаем, что это правильно. 7 переездов таких предусмотрено. Ну, жители подсказывают, может быть, еще один где-то проезд в районе СИЗО. Живу в местном частном секторе на улице Новороссийской. Ну и основная моя дорога утром и днем – это вот по Волочаевской. Школы на работу. По Репике вот что-то доставляют, пешеходные переходы доделывают, пешеходные тротуары доделывают. Значит, сегодня начали разметку рисовать. Такое ощущение, что у нас подрядчик поменялся. Или там кто-то в руководстве подрядчика поменялся, потому что и работы пошли более качественные сразу, и обратную связь от населения